Другим темам. На Капшагайском водохранилище продолжает гибнуть рыба. Еще 3 тонны мертвой молоди воблы обнаружили на территории местного рыбоводческого хозяйства. Рядом с тем местом, где 2 дня назад зафиксировали первый случай массового мора. Экологи отобрали пробы воды. Результаты анализа еще не готовы, но специалисты предполагают, что причиной могло стать загрязнение водоема. Возбуждено уголовное дело. Напомню, 2 дня назад на водохранилище собрали 400 килограммов погибшей молоди воблы.